Привет! Под многими моими видео люди писали, вы в основном ездите по городам, пусть небольшим, но городам. Приезжайте вот в деревню и посмотрите, каково живется сельским жителям. Я в основном игнорировал эти пожелания, потому что, как правило, мои рассказы привязываются к большим индустриальным объектам. Но вот сейчас друзья предложили проехаться как раз по сельскому маршруту и посмотреть, что же сейчас стало там, где когда-то действительно кипела жизнь. Маршрут прокладывали не с бухты-барахты, а с определенной целью – найти и успеть сфотографировать пока еще уцелевшую советскую мозаику в глухой приграничной с Украиной местности. Где именно находится полотно, знали очень примерно, с точностью до сельского поселения, в котором, на секундочку, 13 сел и хуторов. А заодно решили посмотреть, как обстоят дела по пути к намеченному району. Это село называется Краснознаменка. Вообще, в принципе, открытой информации очень много. Написано только, что к селу идет несколько километров булыжниковой дороги. И что здесь, согласно переписи на 2010 год, проживает 77 человек. В принципе, картина здесь очень типичная для небольших русских деревенек. В принципе, проехав от одного края села до другого, мы увидели 5-7 на вид жилых домов. Остальное все заброшено. Как ориентир, мол, вот центр, таксофон, причем рабочий. Жители мегаполиса наверняка удивятся, но в таких небольших населенных пунктах это не редкость. Напротив, скромный мемориал местным, погибшим в Великую Отечественную. Наверняка надеявшимся, что проливают кровь, в том числе и за то, чтобы родная Краснознаменка жила и процветала. А оно вон как получилось. А это уже хутор Нижнесоленый. Согласно переписи 2010 года, здесь было почти 900 человек. Сейчас очень много покинутых домов, хотя дорога накатана, видно, что люди ездят, но в целом ощущение полной заброшенности. Хотя одна пожилая хуторянка рассказала, что по бумагам тут числится достаточно много людей, но по ее словам все для галочки, мол, гастарбайтеры из бывших советских республик покупают дома за копейки, прописываются и уезжают на заработки в города, впрочем, как и местные жители. А это Ребриковка, и здесь так же, как и во множестве других сельских поселений, очень много заброшенных домов, но здесь они особенно прекрасны и передают прямо-таки дух старой русской деревни. По данным на 2010-й, здесь числилось чуть меньше 150 человек, и даже сейчас село не кажется прям вымершим, встречаются жилые дома. Но никаких магазинов, не говоря уж о больницах и школах, мы тут не нашли. Зато нашли объявление, гласившее, что вместе с газетами у почтальона можно заказать и чего покушать. Горожанину может показаться смешным, а что делать? А вот это соседняя Павловка, село чуть покрупнее, здесь и жителей побольше, и магазин есть, и вполне симпатичный ДК. К
Кстати, тогда еще хутор в 1799-м основал генерал Павел Иловайский, потому и Павловка. В начале 20 века в хуторе появилось приходское одноклассное училище, и вот это церковь. Вот это, пожалуй, одно из самых красивых мест, которое попалось нам на пути. Старая церковь. Денег, как я понимаю, на восстановление нет, поэтому церковь расположилась вот здесь, вот совсем рядышком, в этом небольшом синим обитым деревом домике. Вот так скромно, но как есть. Зато в больших городах что ни день, то про стройку нового храма говорят, но это меня уже понесло. В 60-х из этого храма сделали зерновой склад, а в 90-е принялись восстанавливать, но, как видно, не срослось. Примерно в таком же состоянии здания школы, примерно тех же лет постройки. Здание, по сути, встречающее на въезде в село, медленно, но верно превращается в руины. Совсем недавно я делал достаточно большой фильм о том, как в Ростове относятся к древней архитектуре. Попросту сносят для того, чтобы построить на этом месте многоэтажки. Ну, в Ростове это, скажем так, экономически обусловлено, потому что земля очень дорогая. Ну, как выясняется, в таких небольших хуторках, как вот Павловка, тоже не очень-то заботятся о вот таких строениях начала века. Но здесь немножечко другие причины. Здесь денег нет. Видимо, как и на восстановление вот этого ДК в хуторе Багненко. Хутору, кстати, уже почти 150 лет. Жителей тут около сотни. При СССР население было побольше, но не сказать, что прям на порядке. Тем не менее, строили вот такие достаточно фундаментальные сооружения в Советском Союзе, потому что рассчитывали, что все-таки такие небольшие поселения будут разрастаться, а не скукоживаться, как сейчас современной России. Свое нынешнее название хутор обрел после того, как здесь в годы гражданской войны отряд Маруси, контрреволюционеров-анархистов, казнил местного красного комиссара по фамилии Багненко. Сейчас, спустя почти 100 лет после тех событий, главная достопримечательность хутора, построенная в советскую эпоху, выглядит так, будто ребята с черными флагами знато погуляли тут совсем недавно. Это уже поселок Шахтенки, вот это вот здание, как сказали местные, бывшего интерната. Стоит заброшенное, никому не нужное, хотя его вполне можно было бы приспособить под какой-нибудь бизнес. Но на селе бизнес развивается не очень хорошо, поэтому все есть как есть. И вот это ощущение, будто по одну сторону улицы просто скромный, но вполне себе жилой населенный пункт, а по другую нечто напоминающее чернобыльскую зону отчуждения, не покидало всю поездку. Вот хутор Авилов. Вот шахтерский поселок Самбек, район Новошахтинска.
вот остов того, что когда-то было частью колхоза близ хутора «Большой Должик». Где-то предприниматели выкупают или арендуют территории, но по большей части мы постоянно видим примерно вот такую картину. Но этим видео мы не хотим сказать, что везде все плохо, везде по-разному. Этим видео мы хотим сказать, что Россия может очень сильно отличаться от того, что видит из своего окна среднестатистический житель большого города. А вот это как раз то самое полотно, ради которого затевалась вся эта небольшая экспедиция. Проехав множество небольших хуторов и селений, мы боялись, что оно утеряно, потому что ребята вообще искали его просто по фотографии. Но вот, наконец, обнаружено оно было в Киселево. Очень приятно, когда вот такое культурное наследие все-таки доживает до наших дней, а не сбивается или не закрывается бездушным пластиком. Что чаще всего бывает именно в городах, где какие-нибудь банки или торговые сети в угоду корпоративной серости скрывают отголоски менее рационального с точки зрения экономики прошлого. Где выложить сложное и трудоемкое мозаичное панно на обычном жилом доме, автобусной остановке или, как здесь, колхозной столовой, было в порядке вещей. И вообще русская глубинка гораздо чаще, чем мегаполис, способна напомнить о том, что когда-то не все мерилось исключительно баблом и понятием рентабельности. В эту небольшую поездку меня пригласили товарищи из дружественного канала «На руинах». У них тоже выйдет про это все видео, возможно, чуть раньше, возможно, чуть позже. Ссылочку на их канал я оставлю в описании. Ну а это смысл.док. Подписывайтесь на канал, можете еще на мой инстаграм. Делитесь этим и другими видео, и тогда обязательно скоро увидимся.